1 апреля 2020 года в действующее законодательство внесены изменения, касающиеся запрета на проведение проверок контрольными органами в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Запрет на такие проверки действует с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Поэтому органы контроля и надзора не вправе проверить исполнение предписаний, которые были выданы до 1 апреля 2020 года, либо ранее. Однако не следует забывать, что действующее законодательство возлагает на субъектов малого и среднего предпринимательства обязанность исполнять нормы закона, регламентирующие использование, в том числе земельного участка, а также иные нормы действующего законодательства.